Привет! Ты на канале Супертима Геймс. Я нашел какую-то очень странную игру про скибиди туалеты. Поехали! Но прежде чем мы начнем, я должен вот что сказать. В эту среду, а именно 4 октября 2023 года, этому каналу, каналу Супер Тима Геймс, исполнилось 5 лет. За это время с каналом произошло множество разных изменений. Например, возможно, кто-то помнит, что когда-то он назывался Супер Тима Бейблейд. Потом Супер Тима Бейблейд энд Геймс. И только относительно недавно он стал называться Супер Тима Геймс. Спасибо всем тем, кто был на этом канале с самого его начала. Спасибо тем, кто помнит его историю. Ну, и конечно же, спасибо тем, кто просто на него подписался. Также, отдельное спасибо пользователю под именем Решетка SSB2, Arial нижнее подчеркивание Pro32K, за то, что он стал первым спонсором на этом канале. Ну а также спасибо мистеру A130 и Юрию Рассадкину за их огромную активность в чате. Ну а также я попрошу, чтобы все вы оставались с нами дальше, чтобы я мог дальше радовать вас новыми видео. Ну а теперь погнали к игре. Да, она странная, это точно. Ну, я думаю, начать можно с того, что я нашел ее не в Play Market, а в App Store. В App Store было только две игры про скибиди-туалеты. Это Skibidi War, в которой мы играли. Ну, это была первая наша игра про скибиди-туалеты. И вот эта. И она, ну, как-то она странно выглядит, мне кажется. Ну, есть какие-то медальки, деньги, почему-то все уровни, наверное, называются одинаково. Ну, я думаю, надо попробовать. Погнали. А, тут у нас что-то такое. Звук, я не знаю. Нажал. А, я понял. Я понял. Это смесь игры кальмара и скибиди туалетов. Ну, что-то в этом есть, конечно. В этом что-то есть, но это что-то, оно странное. А что ты так стал, руки в стороны? Йоп. Давай, 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 опа. Йоп. И, ну. И... Тихо. И есть. Это все? Ага. Это все. Окей, давай второй. А, тут тоже пишет левел 1. Тут уже музыка другая. О, тут я паукастый. И мне надо, я так понимаю, просто пройти. Не попасться этим. Они что-то какие-то тупые. Я не знаю, они как-то еле ходят. Тихо, тихо, тихо. Мне же сюда? Я правильно понимаю? Ну-ка. И чё? Ну вот. А. Окей. Окей, допустим. А что мне надо было делать-то? Нормально, я от них свалил. И чё? Время 0-0 пишет. И... Я могу камеру как-то развернуть? Нет, не могу. Окей, возвращаемся обратно. Значит, стены есть, но они не очень как-то.
Может, мне надо всех съесть? Да, мне надо просто всех съесть! А почему время стало 0000 и все? Ничего не... ну, не двигается. А, так можно вообще не бояться их. Просто идешь и всех съедаешь. Да? Ты, чудо. Все. И все. Все равно очень странно. Ну давай третий. Который первый. О, он горизонтальный. Внезапно. Очень, очень маленькая сенса. Я где-то возле кровати и шкафа, который можно открыть. Что это такое? Что, Гренниский биди-туалет? Туда хотел Гренни еще на субботу? Вот. Это Гренниский биди-туалет. Супер! Только она как... О, тут коробочки. Которыми вообще ничего нельзя сделать. Что, Гренни какая-то... Скибиди-туалета. А, и оно идет за мной, да? И как от него прятаться? Сюда мне не зайти. А, нет, зайти. Ну вот я спрятался. Все. А, ого, я спрятался. Меня аж... Меня придавило текстурой. Короче, я думаю, надо тупо идти. Может, она на нас даже не отреагирует. Или оно... Ой-ой. Оно идет. Или летит. Я что-то как-то не уверен. Что ты такое? Оно настолько странное, что аж смешное. Можно пройти? Нет, нельзя. А, и она перезапустилась. Окей. Меня тут нет. Ага. Тайо, что? Я реально не знаю, что про это рассказывать. Оно просто странное. О, тут теперь его тут нет. Что? Я летаю? О, мой бог. Я просто летаю. О. Ой, чё? Это всё, что надо было сделать? Ой-ё. Это всё? Окей. To be continue. Понятно, что to be continued, но это to be continue. Ну давай попробуем четвертый, который нулевой, который наверняка опять первый. А, он просто не включается. Он говорит, типа, хочу рекламу, а рекламу не дает. Ну, это что-то, ну, вот прям, ну, очень странно. Да уж, это была какая-то очень странная, забагованная смесь игр, объединенная с CBD-туалетами. Хорошо, что я проверил ее до тебя, и тебе не придется играть в это. Я думаю, за такое можно поставить лайк. Ну и спонсорочку оформить. Ну и подписаться. Ну а так, до скорых встреч. Пока-пока.